В этом году ректор Брестского государственного технического университета Александр Баханович и директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Григорий Бысюк подписали соглашение о сотрудничестве в планах порядка 40 совместных мероприятий. А открытие филиала кафедры архитектуры Брестского государственного технического университета в священном, особом для всех месте Брестской крепости – это один из результатов соглашения. Новый филиал находится прямо над Холмскими воротами, включает в себя два кабинета. За подразделением закрепят кураторов от мемориала и вуза. Директор мемориального комплекса также пообещал предоставить студентам больше материалов по архитектуре самой крепости, что является большим бонусом для будущих градостроителей. Если бы не было этого филиала, его надо было придумать. Это, наверное, эта мысль витала просто в воздухе многие годы, но мы, так сказать, собрались и решили это сделать. Убежден, что результат будет очень высокий. Здесь будет сочетаться и образование, и наука, и культура, и самое главное, духовность. И это единство нашей нации, оно вот отсюда, можно сказать, одна из точек роста этого единства и духовности нашей нации. Конечно, создание филиала кафедры именно в стенах Брестской крепости несет в первую очередь духовный, социальный и патриотический смысл. Крепость – это произведение искусства, в ней хранится великая история, в каждом здании, монументе, в каждом кирпиче. Память о безымянных героях, которые отдали свои жизни за родной город и страну. Очень важно, наверное, что в стенах нашей Брестской крепости, они еще раз окунутся в историю нашей страны, героическую историю. Важно, чтобы у них, приходя к нам, да не только приходя к нам, но и в стенах университета, они чувствовали, что это важно духовное, в духовном плане, в нравственном плане. Наверное, в плане воспитания гражданина. Филиал кафедры архитектуры в мемориальном комплексе – это возможность комфортного обучения. Работа на выезде, пленэрная и обмерочная практика для них будет проходить удобнее, ведь теперь для них предоставлены все условия – прямо в стенах Брестской крепости. Ребята интересуются этим местом, выбирают эту тему для своих научных работ, для своих учебных работ, для курсового проектирования. Хотя у них есть свобода выбора, мы их не заставляем делать там что-то конкретное. Вот они на дисциплине, на какой-то, допустим, реставрации памятников архитектуры дисциплина, но они выбирают любой объект, который они хотят. На дипломный проект они тоже выбирают любую тему, которую они хотят. Но очень часто, каждый год у нас хотя бы одна-две работы есть, посвященные Брестской крепости, разным ее частям или комплексу в целом, или средневековому городу, но так или иначе связано с этим местом. Когда я только сюда шел, с мыслью о том, что открывается такой филиал, и сразу ощущал эту атмосферу, как дети первый, второй курс будут идти на живопись и будут идти в Брестскую крепость на живопись. Конечно, это будет очень интересный вайб, интересное настроение для них, потому что они порисовали, вышли на переменку, и они в Брестской крепости. Конечно, это, думаю, это именно то место, которое должно быть для этого филиала. Алена Миневич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.